У меня уже есть последний один аргумент, не знаю, насколько он убедительный, но его реже цитирую. Я говорю, зачем же Татарстану и татарам отделяться от России, если это территория Золотой Орды? Это же такая же территория татарская, как и русская. Зачем нам отделяться от этой территории? Угу. Мы расселены по всей России. По всей. И это наша территория. И там люди, которые живут в Москве, они жили там со времен Узбекхана, ну, Иван Калиты, извиняюсь, да, там. Или там, кто живет в Сибири, это сибирские татары, на Урале, в Башкирии, там, и в Сибири, и дальше, там, на Байкале. Это все татары, это наша территория. Поэтому это совершенно для нас не актуально. А усилить свое влияние на политический процесс в России, да, мы за это стоим. Угу. Ну, это нормально, это уголовно ненаказуемо. А на Кавказе там нет таких вот, которые бы хотели отделяться. И чеченцы тоже. Я же в Чечне был. Я с ними разговаривал. Ничего подобного.